Итак, всем огромный привет. Давайте в комментариях письмо. Я сейчас написал письмо по поводу инвестиций. И давайте немножко посмотрим. Смотрите, вы если зайдете, да, вот я вам прислал ссылочки, вы можете взять и посмотреть тот или иной объект. Да. И давайте посмотрим уже. Здесь, конечно, я себе сделаю гораздо проще. Я себе сделаю галочку «Рекомендуемые дома». И поэтому будет гораздо проще. Итак, рассмотрим мы с вами объекты для инвестиций. Объект для инвестиций, к примеру, у нас в Верещаге, да? Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Смотрите, вот Верещагин сейчас строится, на данный момент у него уже построено, если не ошибаюсь, уже построено 3 этажа полноценные, да? Цена у них за... Опаньки, да? Что-то не стучилось, секундочку. Цена за квадрат 55 тысяч рублей. 55. Что это означает? Это означает, что, в принципе, цена довольно-таки неплохая, да? Вот смотрите, посмотрим с вами вот так вот. Вот, 55 тысяч. У нас Верещаги находится рядышком с такими объектами, как Новый квартал. И давайте тоже Новый квартал тоже с вами посмотрим, да? Секунду. Вот так вот берете, да, все новостройки. И посмотрим с вами жилой комплекс Новый квартал. Печатает, ладно. Новый квартал. Итак, мы берем вот этот новый квартал и смотрим, да, он прям находится напротив цены планировки. Дом, в принципе, еще пока без документов, но он построен. И получается, цена у него идет уже по 75 тысяч рублей за квадратный метр. Рядышком с ним же, рядышком, у нас находится жилой комплекс, который называется Green Palace. Парк. И посмотрим тоже Green Palace, да, чтобы у нас уже появилось, значит, там придется по латинице писать. Ладно, пока не буду писать. Смотрите, Green Palace у нас начинается от 100 тысяч рублей за квадратный метр, чтобы вы понимали. Сам по себе этот жилой комплекс находится прямо между ними. Поэтому цена будет не меньше, чем 70 тысяч за квадрат. Получается, по 55 тысяч рублей вы можете купить и продать. Там, даже если продаете по 65 тысяч, 10 тысяч рублей с квадратного метра. 10 тысяч – это много или мало? Перезатратьте 50 тысяч рублей за квадрат, да, 50-55. В принципе, это составляет 20%. 20% – это нормально. Это если продавать не спеша, если продавать это очень быстро и прям нужно будет срочно избавиться. Дом будет построен за 3 месяца. Давайте возьмем, к примеру, с вами другой вариант. Возьмем с вами, к примеру, вот тоже я рекомендую, Покровский, да? У нас Покровский находится в золотом треугольнике, точнее находится на месте того же самого санатория, который назывался Москва. Конечно, здесь будет хороший грандиозный проект, там будет и баня, и то, и все. Я могу сказать, что не зря уже так вот раскуплено. В продаже Покровский появился только 2 месяца, 2,5, но уже почти все раскуплено. Поэтому здесь можно смело купить у нас квартиры, к примеру, по 150 тысяч рублей за квадратный метр, и не пройдет даже у нас, не пройдет даже 4 месяцев, как цена здесь возрастет в разы. На данный момент там это есть старое сооружение, которое сейчас берут, доделают до логического завершения и будет. Да. Здесь тоже можно понять просто определенные деньги. Смотрите, давайте я покажу, как смотреть в шахматы, как смотреть планировки. У вас изначально появляется вот так вот, да, жилой комплекс. Вот так вправо переводите, и у вас уже появляется вот такая шахматка. И по этой шахматке вы можете уже ориентироваться. Вот этот корпус пятый, да, он, скорее всего, больше не для сдачи, а больше он для себя, для любимого, чтобы сэкономить. Но, опять же, жить там не получится круглый год, а вот приезжать и поселяться в своей квартире, это будет супер, это будет классно. Так давайте все-таки сделаем вывод. Есть очень много объектов, которые подходят у нас под те или иные инвестиции, да, очень много. Но я могу сказать, это письмо, которое я сейчас вам пошлю, да, со своей
таким голубем, со своей помощницей. Я могу сказать, что оно будет актуально не больше 2 недель. Через 2 недели, бывает, все меняется кардинально. К примеру, если бы я вам присылал письмо месяц назад, я бы вам включил бы в такие жилые комплексы, как Сириус, включил бы Дом озера 2, Дом озера 3, да. Но сейчас они не актуальны, потому что Сириус поднялся на 20 тысяч рублей за квадратный метр. Дом озера поднялся тоже на 20 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому на данный момент становится уже не актуально. Поэтому что я могу сказать? Ложка хороша к обеду. Поэтому здесь уже надо, те, кто зарабатывает на инвестициях, они решение принимают быстро. Они, и точка входа у них быстрее происходит, понимаете? Потому что нет времени. Пока вы думаете, цена повышается. У меня был хороший опыт, у меня приезжал клиент тоже с целью для инвестиций, что сделать. Пока мы с ним 2 дня катались, жилые комплексы Artline City, Sirius и еще там пару комплексов смотрели, на его глазах выросли на 20 тысяч рублей за квадратный метр. Он, конечно, выбрал другой путь. Он пошел и решил зайти в другой проект, там, где у нас много, так скажем, всевозможных квартир, все. Но там просто похоронить свои деньги, просто его заморозить. Там можно будет их вывести, но не с тем, да. Когда ты платишь 150 тысяч рублей за квадрат на входе и поднимаешь с этого 15 тысяч рублей, это одно. Когда ты платишь 50 тысяч на входе и поднимаешь 15, это другое. В процентном соотношении инвестиции во втором случае гораздо выгоднее. А здесь уже выбор за вами. Опять же, самый безопасный объект для инвестиций на данный момент, это будет у нас Лазурный берег 2. Хороший объект, классный, все. На Лазурном береге 1 люди подняли по 100 тысяч рублей с квадрата. При этом точка входа была 50. С 50 подняли по 100 тысяч, продавали по 150. И стояла очередь. Я думаю, что Лазурный берег 2 повторит этот же подвиг. Все, всем хорошего настроения, всем отличного дня. Если вдруг какие-то вопросы возникают в письме, лучше возьмите и напишите ответ, потому что я не могу ваши мысли прочитать. Я с большим удовольствием дам развернутый ответ на ваши вопросы, которые возникнут в процессе этого письма. Все, всем пока, с вами был Максим, и меня снимала моя помощница Анна. Пока.